чуть-чуть со стриком. Только чулму снял с Родзина. А второго пытался затоптать конем, но в данном упражнении это не защитит результат. А что же немец? Абил Вандербильт. Оруженос, мечтающий Анатол Кустора. Точно так же, буквально ухо отрубил. Кто вы знаете, ухо в бою, горячий в бою. Не попали на кофе, многие горы не волновали. Продолжали сражаться, достигли значительной потери, как старше и лучше. Ярослав! Пощадил, вы видели? Пощадил крайнего, последнего, последнего врага пощадил. Вы посмотрите, какой у нас сегодня народный милосердие. Я умоляю вас, Ярослав, сражайтесь в следующий раз полную силу. И вот так, как я скажу, что мы сейчас вам Михаил покажет. Раз! Голова, я засчитываю 2 очка, ты не сломан за могучие удары, которые ты поделись прямо в шею и болели препятствия. Вот такой, вот так кошек, говорят, который берет руки по слу, но умело работает клинками. Начинаем! Постучал по доспехам, по наплечникам противника. И опять же, по достраданию у первого врага, у Лукшейка оставил неизъявленный. С обеих сторон скидом и поспинет. И все контент, и два. Ручки надо, да? Что, самый настоящий ребенок? Не, да, так. Джинса? Солнышко нам светит. Наполеон. Спасибо. Ну ладно, солнышко. О, солдаты уже с ребеночком. Будем не ходить сами. Граждане, сувениры по тематике Первой мировой войны. Пошли. Ну не надо пока. Жарко просто. Пошли вон в монастырь. Иди с нами рядом, с другой стороны. Рядом с лицарем. Давай так, торгую, стой, кричи, налетай. Паша, скажи, что...
проще. Налетаем, покупаем. Налетай, не скупись, покупай, живопись. Символически, дата Первой мировой войны. Девушка, медсестра, Пошли!